Здравствуйте, на телеканале Мир Бурятия прогноз погоды в студии Алтана Тибридаджиева. 5 июля по республике в большинстве районов сохранится неустойчивая с дождями и ливнями погода. Местами сильные ливни. Грозы с порывистым ветром. Возможен град. По северо-востоку республики очень сильные дожди. В утренние часы при прояснении туманы. Ветер западный 5-10, при грозах порыва до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам. Ночью плюс 12, плюс 17, местами до плюс 9. Днем 23-28 тепла. По Баргузинскому и Северобайкальскому районам плюс 14, плюс 19. По центральным районам ночью 11-16 выше нуля, местами до плюс 6, плюс 11. Днем 20-25 тепла, местами до плюс 29. По Прибайкалью ночью плюс 6, плюс 11, местами до плюс 14. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов. В Улан-Удэ ночью возможна гроза с кратковременным дождем. Днем без осадков, утром туман. Ветер ночью слабый, при грозе порывистый. Днем западный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днем 23-25 тепла. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать. И о погоде на два ближайших дня. 6 июля в Улан-Удэ выносит тепла из южных широт. Без осадков. Ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем максимально 29-31 тепла. 7 июля утром и днем дождь. Ветер ночью слабый, днем западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем максимально 24-26 со знаком плюс. На этом у меня все. До новых встреч и хорошей вам погоды. Одежда ведущей предоставлена магазином Taylor. Стильная женская одежда. ТРЦ Galaxy. Бутик 348.